кругосветное путешествие обошлось зауральцу Антону Соколову в 200 тысяч рублей. Разве ж это деньги, когда на кону стоит реализация мечты всей жизни? Тем более, что педали Антон крутил на протяжении года и 3 месяцев. За это время ему удалось неплохо сэкономить на квартплате. Самое приятное, скорее всего, ощущение свободы, когда ты едешь один в далеких странах. Это, пожалуй, ни с чем не сравнимое чувство. Кругосветную авантюру Антон пустил с сознанием дела. В детстве он прочитал тонны книг про путешествия. Все необходимое находится у меня с собой. Транспорт, еда, жилье, если это, ну, нет в округе ни гостиниц, ни хостелов, ничего такого. В принципе, у меня палатка, спальник, коврик. Молодой человек выбрал велосипед в качестве средства передвижения не случайно. Ни один транспорт не гарантирует такой свободы действий, как этот. Однако Антон уточняет, свобода свободой, а безопасность прежде всего. Не заезжать в деревни, ночевать в чаще леса и не жечь там костров – эти нехитрые правила помогли Антону избежать неприятностей. Или почти помогли. Ну, по пути были разные ситуации, хорошие, не очень хорошие. Но в целом все было гладко, за исключением того, что первый велосипед у меня украли в Лондоне. Там же мне пришлось подраться с местными пьяными молодыми людьми. Своей победой в поединке с нетрезвым англичанином Антон гордится. Пусть знают наших. Однако чаще путешественник встречал доброжелательных иностранцев. Они зауральца поддерживали и даже бывало подкармливали. Несмотря на то, что мыться Антону приходилось в речках, магазины с провизией попадались от случая к случаю, а в США температура упала ниже 0, и он очень замерз, юноша не заболел ни разу. Желание осуществить мечту его грело и заставляло еще усерднее крутить педали. Я реализую свою мечту. Потому что многие люди имеют мечту, но ничего не делают для того, чтобы ее реализовать. Я подумал, если каждый день крутить педали на протяжении 100 километров ежедневно, в течение года можно реализовать. Это, грубо говоря, пример для других людей. Увидеть фотоотчет Антона Соколова о проделанном пути можно на его сайте. Также выставка работ путешественника открывается на следующей неделе в художественном музее. Антон объехал 20 стран. Следующим летом молодой человек отправится в Южную Америку, Африку и Австралию. Юлия Кобылина, Андрей Глазырин, Сергей Балмазов, телекомпания «Регион 45».